Ночью 30 августа в рабочем поселке Муловка Ульяновской области обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ударов вилкой в грудь двухлетней девочке. Мать у нее в это время спала в соседней комнате. Через некоторое время на месте происшествия прибыл участковый. Он через окно вошел в квартиру, вынес девочку и доставил в медицинское учреждение. Обвиняемый задержан. По ходатайству следователя Следственного комитета в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.